Дорогие друзья, сегодня я был пойман после концерта теми, кого позвал просвещать, и мои ребятки, друзья, помощники решили сразу мной воспользоваться и зачитать все вопросы, которые приходят на канал «Здравого смысла». Поскольку я хочу есть, уйти я все равно никуда не могу сейчас, то пока готовят, несут, я вот сколько успею, буду отвечать на ваши вопросы. И Антон Кужим что-то там, наверное, зачитает. Да, раз Евгений добровольно согласился ответить на вопросы, почти которые добровольно так часто поступают на почту канала, я не буду медлить и сразу перейду к ним. Вопросов много, и сейчас я перейду к самым интересным. Как вы можете прокомментировать коррупционный скандал с запчастями для военной техники, который разгорелся на Украине, но который уже пришлось комментировать и в России? Во-первых, не надо про коррупцию так кричать, тут все люди, но не все, но многие, наверное, не чужды. Не чужды. Что касается этой сладостной темы коррупции, с которой борется давно, то я ведь не первый год, на самом деле, уже, наверное, в 2016-15 даже сказал, что Украину спасла именно российская коррупция. Потому что, там, представьте себе, там было послано, не знаю, 100 танков, ну, примерно, да. Ну, я не скажу, что там дошло 5, да, но я не думаю, что больше 10 доехало. Ладно, я не говорю, что там сами танки, все-таки большая штука такая, да, но горючее, запчасти. Вот как раз по поводу запчастей, по-моему, товарищ Тимошенко Присталов там что-то прочитал, и, значит, импичмент Присталов к Порошенко. Хотя, в общем, по-моему, Тимошенко самой уже нужны запчасти везде. Вот. И, ну, слушайте, какая же война без коррупции? Коррупция – это вообще, вы знаете, вот, это такая родина-мать для войны. На самом деле, чтобы это, ну, вам вдалбливают с детства, что вот эта война, как это прекрасно погибнуть. А это же грязь, на самом деле, бессмыслица. Грязь, бессмыслица. И коррупция, конечно. Там не только запчасти, там запчасти и человеческие, и какие угодно. Но прелестно, прелестно, что Песков или кто там был вынужден комментировать, что нет, мы ничего туда не попадем. Русская весна как-то, знаете, она оборачивается, русская весна, неожиданными такими запчастями. Давай, что там еще? И интересный вопрос такой. Как вы считаете, Евгений, можно ли так сказать, что сны и интуиция – это не продукт деятельности мозга, а что-то посланное от богов или потусторонних сил? Ну, от потусторонних сил – это вопросы вообще посланные. От потусторонних сил – вообще эта штукенция, идея про интуицию и сны, она развивается. Даже, знаете, не будем говорить про физиологические аспекты. Ну, скажу так, сон или интуитивное какое-то событие здесь, они не могут, скажем так, сон японца не может присниться африканцу. Сон индейца, наверное, не приснится швейцарцу. По крайней мере, швейцарцу вряд ли приснится сон какому-нибудь папуасу, да? Потому что у них просто разный набор информации о мире, который они видят, который мозг автоматически анализирует. Дело в том, что, как и прочие органы нашего организма, мозг, он тоже работает не потому, что мы вот включили кнопку, да, и решили подумать о чем-то. Он работает, как работает сердце, когда мы спим, там, пищеварение и так далее. Поэтому мозг тоже, он сам работает, сам выдает какие-то, так сказать, идеи из
набравшись окружающей действительности. Вот и все. То есть это развивается очень просто. В этой пирамиде нет третьего лица. Нет третьего. То, что ты видишь, то тебе и снится в каком-то таком веселом или печальном ряде. Страшно. А если было бы, допустим, что вот швейцарцу, бельгийцу приснился сон африканца или японца, вот тогда да, была бы третья страна, очевидно. А так, так нет. Вчера прислали такой вопрос, хотя похожие приходят на самом деле очень часто. Вот вы, Евгений, часто поддерживаете традиционные европейские ценности. А что вы думаете о патриархальной семье? Какое отношение? Что вы скажете о патриархальной семье? Да. О патриархальной семье. Еще раз, что? А, ваши подписчики интересуются, вы как защитник традиционных европейских ценностей, что вы думаете о патриархальных семьях? Но прежде всего, некорректный вопрос, совершенно невежественный, потому что что такое патриархальная семья? Это бессмысленный термин, потому что этих вариантов десятки, даже не 10, не 20, а много десятков. В одном регионе или в одно столетие подразумевалось что-то конкретное под патриархальной семьей, потом это менялось кардинально. То есть внутри этого идиотского термина совершенно кардинально противоположные смыслы и разности. Древняя Греция, скажем так, сейчас, спасибо, Древняя Греция, мусульманские страны, шииты, сунниты, в Африке племенные разные дела, Индонезия племенные, это все большая разница. Спарта, даже Спарта одновременно с Афинами или Афины классический, доклассический, постклассический период, Византия. Все же на одном месте. Это совершенно разные патриархальные семьи. Кардинально разные. То, что советский невежественный человек подразумевает под патриархальной семьей, это вообще какие-нибудь такие быдло-рабы, пилоты. Вот Спарта, там, ну, там понятно, какие были семьи в Спарте, да? Настоящие. Не то, что сейчас вот это, знаешь, мужские семьи были, там все, да. А вот илоты, это как советская семья, он, жена и бутылка. Илотам не позволяли там получать нормальное образование, все, у них была бутыль, жена, и их спаивали, но не чем-то таким, а вот каким-то пойлом, остатками со стола, так сказать, спартиадом. И так далее. То есть патриархальная семья мормонов или католиков, католиков каких, в каком веке. А еще была семья Адельфа Паэзис, брата творения, то есть фактически однополый союз, который был очень развит в христианстве, в христианской традиции. Вы любите традиции, да? Вот христианская традиция много веков был так называемый Адельфа Паэзис. Это фактически брак, церковный, подчеркиваю, церковный брак между мужчинами. И он заключался абсолютно по всем канонам, то есть в церкви поп, священник венчал, они пели гимны, ходили вокруг, влюбленная пара вокруг аналоя, аналогия, подставки под религиозные книжки, пели гимны, потом они целовались, и после этого они могли владеть собственностью совместной, проживать вместе и так далее. И это длилось многими веками, многие века. Это была как раз патриархальная, традиционная семья. Это тоже входит в понятие. Протестанты и другое, и прочее, и прочее. Поэтому вообще это такая один из мифов, один из самых пошлых мифов. Потому что семья – это, вы знаете, как такое добровольное крепостное рабство. Но вот было крепостное право, а сейчас они в пятиэтажке,
Он горбатится, она горбатится, она стирает что-то или не стирает уже, или не стиранный кое. А он, чтобы заработать 2 копейки на еду, он тоже горбатится. А если у него что-то больше, значит он в рабство ипотеки, рабство, офисное рабство, ипотека, все для нее, потому что ей нужна шуба, ей нужна, нужны сапоги. Это постоянно, а еще больше машины. А там она смотрит, у соседа, вот сосед уже купил машину, жена не разбился, а ты еще не купил, не разбился. Идея такая. А, и потом учите, веками, веками продолжительность жизни была, ну не знаю, там 30, потом 35 лет максимум, средняя. И, конечно, животные, а люди это часть этого животного мира, они быстрее и быстрее плодились, потому что нет пенсии. 25 он инвалид, и надо еще 5 лет как-то жить, и его 15-летний ребенок корешками, косулей там падали в поле. А сейчас, когда мы живем там 70-80 лет, плюс пенсии, ну, не во всех странах, но так или иначе, пенсии появились, да, уже этой необходимости нет. И появилось самое важное, появилась наука, искусство. И ты, прежде всего, как человек, а человек отличается от животного сильным интеллектом, он должен иметь время и силы для изучения всего этого. А если он там 18, 20, 25, даже 30, это все равно рано женится, выходит замуж, это все прекращается практически. Начинается тупость, ну, мещанство, тупость и прочее. Надо же уметь образоваться, погулять, что-то создать. Главная задача вида, человека как вида, это создавать. Потому что животные не способны создавать очень такую сложную культурный продукт, науку, искусство. Человек может, и это главная задача. А будет не расплодиться. Расплодиться может, знаете, вот здесь вот бактерии, микробы, они плодятся гораздо лучше, чем даже какие-то семьи мигрантов в Европе. Даже так, хотя это сложно представить, это сложно представимо, но я вас уверяю, и чем ниже уровень развития вида, подвида, тем больше потомства. Там насекомые больше всего, низшие животные, так поменьше, но тоже много. Чем животное серьезнее, интеллектуальнее животное, тем его меньше. Поэтому это задача дубль 2. И на самом деле семья, ну это больше, вот когда вам уже вот совсем, вот вы не можете, очень вам решили ребенка сделать, хотите все, да, тогда да, чтобы были деньги, чтобы был комфорт, чтобы психологически ребенок рос в нормальных психологических, так сказать, условиях, тогда да, но это сейчас надо относить как можно дальше по возрасту, потому что вы же видите в практику жизни, все стали жить дольше, успешнее, и женятся, разводятся по 50 раз вообще. Ну, 2-3 раза точно. Там, смотрите, Дональд Трамп, то есть Олег Табаков, тоже Саша Невзоров. Ведь лучше же не знать, что говорит первая семья, первая жена, первая дочка. Лучше не слышать. Поэтому первый брак неудачный. И, ну, у него, правда, и первый интеллектуальный брак с церковью. Не очень. Ну, как сказать, эта любовь недолго продлилась, да? Но тем не менее, то есть даже вот интеллектуальные люди, или псевдоинтеллектуальные, они ошибаются, когда спешат скрыть свою жениться. И, понимаете, надо... Смысл не вижу. Посмотрите, вот сейчас покончил с собой Малашенко, да? Страшный бракоразводный процесс, жена первая требовала там чуть ли не все имущество, плюс Бажена тоже не самая успокаивающая пара. Вот. У Петросяна и этой Степаненко кошмарный, скандальный суд, развод, все. Что происходит? Вот Малашенко вообще закончил трагически.
последний, там, я не знаю, посмотрите, какой-то там этот футболист тоже с женой, актер тоже, один Михалковский, постоянно бьет жену, а она не уходит никуда. Она не уходит. Вообще, вот чего только не делай, не, вот никак они не... А вот... То есть я вообще не совсем понимаю... Ну хорошо, вот обратите внимание, ведь как? Мы поженились они, и тут же что? Он уходит с приятелем, она уходит к подругам. Почему? Потому что у них мозг настолько разный, просто несовместимый. Откройте атлас головного мозга, мужчины и женщины. Это разный мозг. Там разные интересы, разные задачи. Это с точки зрения мозга вообще как бы противоестественная связь. Вот. Но в любом случае, видите, приматы, как бы мы полигамны. Это касается не только, кстати, мужчин, касается и женщин. И вот это там семья, какие-то патриархальные. Когда это было? Это никогда не было. Ну, короли, посмотрите, у какого короля или монарха императора не был любовниц? Или наоборот? Людовики эти бесконечные, Александры, ну, кроме Александра I, у него просто не могло быть. Александр II, Александр III, Николай II, вот там была прекрасная... Вот образец православной семьи – это Николай II. Потому что между грязным мужиком Распутиным и Матильдой Крымской, значит, Чесинской. Вот она там, он здесь. И в итоге Россию... Да. Так вот, по поводу России. А, так вот по поводу брака. Нет, действительно, это все такая мифология, и, знаете, так, снимают фильмы, там, Наполеон и Жозефина, красиво. Ну, что красиво? Жозефина изменила гениальному человеку, причем невероятно красивому. Наполеон образца 96-го года, 1796 года, это античный красавец. У нас есть портрет с натуры Антуана Гро, это античный профиль, это абсолютно идеальная красота. И Жозефина изменила ему через несколько, не, там, не лет, не месяцев, через несколько недель после брака она ему изменила, после свадьбы. Причем с капитаном Ипполитом Шарлем. Это ничтожество, полудурок. И ну, можно было представить, что это некий там, знаете, я не знаю, Грегори Пек, да, такой. Ничего подобного. Ипполит Шарль был 1,60 м ростом, на 10 сантиметров ниже Наполеона. Очень скучный, примитивный. Почему изменил? Она просто животное. Она животное. Поведение очень многих, ну, не в современном мире будет сказано кого, оно биологично практически полностью. Оно биологично. И Жозефина, как часть этого сообщества, высокоразвитого духовного интеллектуального, она вот такая. И, здесь ничего нельзя придумать. Ни рост, ни внешность, ни личность. Не то, чтобы она была одинока, вот Наполеон уехал на войну, нет, он же практически сразу ее послал в Милан, в Италию, потому что он разбил австрийцев моментально, и что такое Милан? Весна, красота, это лучшее, что может быть в 19 веке. Милан тогда, ну, в конце 18-го, 19-го, это более даже благоустроенное место, чем Париж. Чистое, благоухающее, красивое. Ну, вы читайте Стендаля, как раз он об этом пишет, насколько Милан в этом смысле чистоты и благоустроенности был выше Парижа. То есть у Жозефины нет ни одного оправдания. Вот она животное. Она просто изменила, потому что она часть биологического мира. Не, так сказать, мира интеллекта, того, что мы называем душой. Да, но душа – это такое поэтическое название для лучшего, что есть в
мозге человека. Но я повторяю, вот это основание. Это... Позвольте ваше мое почтение выразить. Меня зовут Павел, я с Дальнего Востока. С Дальнего Востока? Да, с Дальнего Востока, с Благовещенска. Постоянно смотрю ваши видео. Вы мне очень нравится. Спасибо. Нет, искренне, ваша позиция вообще. Спасибо. Всего доброго. Спасибо, всего доброго. Нет, пожалуйста. Да. И потом докажи, что это не постановочный момент. Вот Павел с Дальнего Востока, Благовещенск. А мы говорим о Жозефине. Это Мартиника. Она родилась на Мартинике. Так вот, это еще оправдание. Тема большая. Вот то, что ты спросил. Здесь можно говорить об этой патриархальной семье очень-очень много. Но оправдание, ну, знаете, там, дети. Это единственное. Но, опять-таки, не дети, как просто настрогать. Вот оно там достигло репродуктивного возраста. И давай, значит, там... в пятиэтажке сливать в дырку, да, в сперму, и потом такое же животное рождается, которое потом, знаешь, это, оно достигает возраста, когда оно может воевать за дачу Ротенберга, его посылают без шеврон воевать, потом какой-нибудь Шлосберг, которому больше всех в России нужен, как обычно, бегает под Псковом с саперной лопаткой, пытается найти последствия этого патриархального брака. Ну, определенные службы, которые как раз пропагандируют этот брак, другой лопаткой этому Шлосбергу, мол, не надо искать. Ну, не было. Ну, десантники, ну, не было. Не нужно искать, понимаешь? И он через какое-то количество, так сказать, объяснений до него доходит, что не нужно искать последствия патриархального рака. Поэтому дети... Вон у Лермонтова. У Лермонтова детей не было. Но, в общем, мы все, ну, по крайней мере, лучшая часть людей, его дети эмоционально, душевно, так сказать, интеллектуально. Человек – это прежде всего интеллект. Да? Там, нарожать любое животное можно. Поэтому это как бонус. Пожалуйста, у вас есть деньги, у вас есть квартира, у вас есть счет в Швейцарии, у вас есть возможность, даже если там с вами что-то случится, чтобы ребенок не был нищим, голодным, неустроенным, тогда делайте, да, действительно, создайте семью, чтобы психологически все было отлично. Но не спешите. Сейчас, если раньше там нормально было 30 лет умно жениться и что-то такое делать, то сейчас медицина, общество, они так развиваются, что уже это надо относить еще на 10 лет вперед. Просто смотрите по практике. Вот когда разводятся все эти там, я не знаю, Трампы, Табаковы, у меня замечательный приятель Максим Дунаевский, композитор, сын Исаака Дунаевского, 7 раз женился. 7 раз. Ну, это только женился. Понимаете? Просто, ну не спешите, не торопитесь, есть много разных, так сказать, вещей, которые вы должны получить, если, ну я не знаю, получить образование, насладиться этим образованием, а потом уже можно и так. И еще один вопрос о России. Давай, хорошо, один и все. Давай. Каким, Евгений, вы видите образ правильного российского оппозиционера или диссидента? Правильно. Ну, правильный это такой, значит, правильный. Ну, правильный российский, русский диссидент, оппозиционер, он должен быть убогий, нищий, горбатый, кривой, косой. Ну, по крайней мере, он должен быть очень несчастный.
Потому что когда... вы представляете, что совесть нации, она почему-то в России должна выглядеть как-то... Ну, как будто ее долго валяют, понимаешь? Ну, я даже не знаю. Вот как, какая-то салфетка, которую долго... Потом совесть, она какая? Она как раскольник. Она должна кого-то убить сначала, потом через проститутку пойти на повышение. Вон сахар. Вот это символ сахара. Знаете вот это? Да? Сахар. Не Андрей Николаевич, а тот, который бомбу создал, а потом всю жизнь мучился, что он ее сделал, эту бомбу. Сначала помогал кровавому режиму, а потом пытался как-то все это замести, ну уже нельзя, это не заметаемо, да? И он должен выглядеть вот он весь кривой, несчастный, нищий, да? А когда, ну не то, что там счастливый, успешный, а просто не сильно больной, ну не сильно нищий, там, может что-то позволить заказать, это не может быть совестью. Это, и знаешь, это болезнь, это вот под такой подход к диссидентству, вообще к совести нации, это болезнь психическая. Такое только в России может быть. Это ненормально, это клиника, это абсолютно клиника. Вот. Это что касается диссидентства, а что касается оппозиции, у нас вообще нет. Просто не существует. Да? Оппозиция – это все-таки некая действенная структура. Она может быть слабой, она может влиять больше или меньше, но она действенная структура. А у нас все это настолько уничтожено, испугано, запрещено и вообще недоразвито изнутри, что я бы не сказал, что она у нас есть. У нас есть некоторые ребята, которые, ну, в силу тщеславия, или в силу жадности, или в силу принципов, ну, в общем-то, ну и что, ну, принципы, но они ничего не могут сделать, что-то пытаются. Не более того, у нас все не, в общем, все ненормально, да? У нас нет нормального набора, вы знаете, вот сервировка стола, она должна, когда что-то предполагает, да, сервировка стола, а у нас в России она как бы отменена. У нас все случайно. У нас один нож, допустим, вот на все. И ты можешь суп. И тебе как бы дан гляд. Вот нож. Ешь им суп, пожалуйста. Да? Вот так и там с оппозицией, еще с чем-то. Ну нет, вот такая вот страна. Давай все. А вот, кстати, да. Раньше мы не замечали, но сейчас уже видно. У вас новая... Обычно так про беременность говорят. У вас, Евгений, новое кольцо. Не могли бы вы показать его поближе на камеру и рассказать о нем что-нибудь? Это вот что. Значит, в Англии, ну не только в Англии, вообще в Западной Европе, 18-19 век, была такая традиция, особенно у аристократов, заказывать кольца в стиле Моменто Мори, помня о смерти, когда между двумя черепами или как-то по-другому тема черепа выиграна, но вот какие-то там бриллианты и прочие драгоценные камни, чтобы человек помнил, что это та жизнь, это не так важно и прочее, прочее. Хотя я не думаю, что это не так важно, это очень даже приятно, почему же, там, не знаю. Но так или иначе, вот это, конечно, очень так элегантно, ажурно, и поэтому давай уже... Большое спасибо. Да, ребятки, все. Вот такое импровизированное поймали здесь, да? Но увидимся в новых специальных выпусках ответов на ваши вопросы на канале Здравого Смысла. Алена, сам точно, деньги, слава, все, и найти себе это Йоко, значит, это последствия Хиросимы ходячие. Я не понимаю это все. Не пиши!